It's been almost 1 month since Prigozhin's mutiny, but Russian soldiers and civilians still talking about it. And it seems none of them mention it in a bad sense. Every day they see more reasons for another mutiny. Just like the soldier from this intercepted phone call. Let's listen to it. Я вчера просыпаюсь, знаешь, от чего? От того, что слышу такой в небе писк. Я в окопе спал же. Вау, гул какой идет. Потом бабах, я выскакиваю, что за пацаны? Это наша авиация отработала по ним. Я думаю, нихуя, меня ж в окопе аж посыпались, зибиль. В натуре так прям? Прям вот так. Мы ж-то пехота. Царица полей. Как же вы воюете, в рот? Ну, выживаем, братулет, мы воюем, мы просто выживаем. Может, какая война? Воюет арта. Пойми, ебашит миномет, артиллерия, танк. Мы просто вот надо выжить и переждать. Глубже закопался, дольше прожил. Вот такая война сейчас. Слушай, ну а при тебе вообще кого-нибудь, ну, отпускали домой, все там, все, контракт закончил? При мне нет, еще, да я только 2 месяца. Ну а как вот эти, или только в ЧВК такая хуйня была, что вот они там первая партия, вот. Там, они полгода ехали, им в натуре дали бабок, они уехали домой. Вот только ЧВК было, и все. А как с Минобороной? Там же тоже, вам разве не говорили, что полгода контракт и все? Не, у нас контракт на полгода с обязательством, контракт еще на год. Не встать. Я думал, в смысле, все, честному. Это, короче, значит... У этого лысого все как-то по-человечнее было, чем у этих хуйцев. Ну да, а ты же в нашей стране, по-честному, что было? Вот это да, жалко, не дошел он, реально. Да, он сейчас он нам тоже что-то борется с ними. Да он уже не борется, все, он пропал на радаров вообще. Да ты че? Последнее, что я смотрел, это, короче, ну, естественно, не по телевизору, все там на одна шли педрень. Разнес бы это останки, чтобы они народу голову не... Ну что там он всю эту свою, короче, бригаду вывез в Белоруссию, а сам здесь в Питере тусуется. Как бы, ну, вертолет его летает здесь по Питеру. Много кто, вот с кем я не говорю, ну, как бы, особо никто, ну, все, ну, немножко подсыкивают, потому что его знает. Но все говорят, жалко не дошел. Я еще ни одного такого не встретил, кто говорит, да ты че, тогда надо было, все говорят, Он делал реальные вещи. It's so logical that they support Prigozhin while still fighting for Putin and his government. Anyway, now you're gonna hear a soldier who was fighting for DPR and who then was transferred into the Russian army, and it seems he really doesn't like it. Let's listen to it. Я уже сказал, говорю, сейчас мой дом Россия, да, вот там мой дом. А то, что я просто объяснил, у меня семья главная, я говорю, там школу нечем собрать. Я говорю, в рот ебал я вашу российскую армию. Так говоришь. Это пошли все. Вот так. Да, я сказал против власти. Я говорю, вашу Россию. Ну вот так не надо, так не надо. Я говорю, да что так не надо? Я говорю, я жил на. Я говорю, вы здесь забрали. Здесь воюю и не а дома голос. Получает им вообще там поднимать-то. Как говорится, сыт и голодный не поймет. Выйдешь, пару дней стреляют. Просто как на зоне. Я не знаю, мне вообще что делать. Вот честно, у меня, во-первых, кредитка горит. У меня 105 тысяч положить. Я уже просто тратилась. У меня проценты пошли. Понятно. Вот. И плюс Маринка. Я даже не знаю, за какую хуйню ехать ее везти домой. У меня вообще денег нет. Ну, вечером схожу, приду, рабату пойду, прямую. Скажу так и так, я чтобы я решал эти проблемы. Ну вот, собирайтесь все вместе и идите. Вот тебе российская армия. Я в ополчении. Мы знать не знали, что такое голод. Образно. Патрон. Здесь вы едете на передок, быка берите. А мы, ротный молчит, а мы говорим, как мы возьмем быка? Он говорит, ну, обыкновенно. Я говорю, как мы возьмем быка, если у нас его нету? Если у нас нет пока по одной гранате на каждого человека,
Угу. Даже честь человека. По одной гранате только подорваться самому и... Вот-вот, Russian Federation Army. I recall from many videos that usually Russians have lots of ammunition in their trenches. Probably that guy wasn't given any ammo because he's from DPR, and people from DPR aren't treated like Russians by Russians. So why the hell they even fight for Russia in the first place, right? Anyway, hopefully this was insightful for you enough. Thanks for watching, I'll see you soon, and goodbye to y'all.